В областном суде новый председатель Рустем Рзакарим. Сегодня председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашид Жукенов представил его судейскому корпусу Западно-Казахстанской области. Ранее Рустем Рзакарим занимал должность председателя Жамбылского областного суда. Рустем Мырзакарим – профессиональный судья и опытный руководитель. Проработал в нескольких регионах председателем коллегии. Последняя должность – председатель Жамбылского областного суда, рассказал Абдрашид Жукенов, представляя нового председателя. Выразив благодарность бывшему руководителю Беку Аметову, акиму области Гали Искалиев пожелал успехов новому председателю. Работа судей – это очень ответственный и серьезный пост. За каждым решением стоят судьбы людей. Мы уверены, что ваш профессионализм и накопленный опыт помогут принимать справедливые и верные решения. Мы желаем успешности и результативности вашему труду в Западно-Казахстанской области. Бекаметов проработал в регионе более 30 лет и остается здесь на должности судьи областного суда. Его роль в укреплении качества отправления правосудия и авторитета судов велика, считают его коллеги. Бекаметович, огромное вам спасибо за ваш труд. С вами было очень приятно работать, очень легко работать, поскольку вас всегда отличал высокий профессионализм, высокая принципиальность, честность, неподкупность. Поэтому мы считаем все от имени всех судей областного суда, я говорю, и даже всех судей области, о том, что наша с вами плодотворная работа еще найдет свое продолжение, и мы надеемся, что вы покорите еще не одну вершину. Здоровья вам и успехов! Вновь назначенный председатель Рустем Мырзакарим поблагодарил за оказанное доверие и обещал приложить максимум усилий для плодотворной работы. Далее представитель Верховного суда провел совещание, где обозначил перед судьями области ряд задач по реализации проектов Верховного суда Республики. Большая работа ведется по обеспечению независимости путем повышения материального обеспечения. Ряд мер будет озвучен на съезде судей, сообщил он. Ну и в целом по рассмотрению дел уголовных, гражданских, административных. Вы видите, что ответственность повышается в отношении того, что каждое судебное решение должно быть законное, обоснованное и справедливое. Это принцип наш, принцип правосудия. Мы должны ее соблюдать. Рустем Мырзакаримович, вам на вас большая надежда. Вы должны продолжить ту работу, которую шли от Бекаметова. Я надеюсь, что судебный корпус Западно-Казахстанского областного суда будет всегда на высоте. Алмагуль Джампейсова, Айбек Сагынгалиев, Дастан Уразбаев, телеканал Ак Жайык.